Блоках, сколько в блошином рынке, и
название выставки как «Брошенный цирк» это относится к американской шутке. The idea is a circus, as in any circus. No, it's a... You mean the circus is any... It's the same in all the countries? Well, yeah, similar. You have circuses here. Все понимают, что значит цирк. Он есть во всех странах. И волшебный цирк — это просто соответствие с волшебным рынком. Это просто игра слов. And the flea actually refers to a flea market where I bought most of these things at that. И именно на волшебном рынке на удельной я купил практически все материалы для своих работ. Инсталляция, да? Вот они у тебя сделаны случайно? Do you make your works by an accident, or you just have before making it, you have some idea, and why you don't have names of your works? Okay, good questions. Это очень хорошо. I would say an example of an idea that I had potentially would be the chess. Я бы сказал, что потенциально у меня идея была как бы заранее до того, как я начал делать работу, была один раз, это в случае с работой вот с шахматной доской. So I knew I wanted to have some strange chess match. И сейчас он хочет сделать из этого некий, некую композицию шахматной игры. And an example of something the total opposite that I did not plan. Most of the works you not plan. Well, the totally did not plan. И остальная большая часть работ совершенно не запланированная, и они делают чисто интуитивно. Good example. И сейчас я покажу вам пример. These were pieces were lying on the bed that I had just poured from other pieces. Эта работа состоит из вещей, которые были просто сложены на кровати, и вот все они вместе, сложившись, образовали целый арт-объект. So I see them laying there, and I say, oh, okay. Да, и когда он случайно увидел, как они лежат все вместе, ему понравилось, как это выглядит, и так получилось эта работа. Total accident. Да, то есть это абсолютная случайность. То есть каждая выставка, она уникальна, да? Each exhibition is very unique, right? Each one I do? Yes. Пожалуй, да. I think. Yeah. Most artists, I think, try to have their next one be different and better. Я думаю, что каждый человек, который связан с искусством, он старается сделать так, чтобы каждая выставка была особенной. And also influenced by what material is available. И, естественно, это зависит от того, какой материал доступен, какой материал я могу использовать. And here, Russian flea market, some different things. И в моем случае это волшебный рынок на удельной. Some many things the same, but yeah, like these magazines, Russian, definitely Russian woman. Some of these were from these, like, that's not it. I can't find a good example. I didn't want to do too many Russian. Yeah. Some of it unintentional, I guess. Ну, все работы так или иначе сделаны из русских материалов. Вот, будь то газеты или какие-то карточки. В общем, каждая работа, она действительно очень-очень русская.
It's not happened very often that you will come to an exhibition and you see an artist that is here and you can ask him some questions. But if there is no artist, how can you understand the sense of some rocks without him? I think most artists, unless maybe you're political, want the audience, the viewer, to have their own ideas. Я думаю, что каждый человек искусства хочет, чтобы его работа интерпретировал каждый человек и по-разному и находил свой собственный смысл. В зависимости от того, внутреннего мира, он будет понимать и считать. So, based on her its own opinion or like thoughts, he will make his own understanding of the works. Yeah, absolutely. I mean, some of them don't really mean anything to me. Я думаю, что да, каждый должен исходить из своих собственных мыслей. Но бывают работы, которые не несут за собой какого-то определенного смысла. Да. For a good example is the chess. Хороший пример это как раз The man was here. There was a man here earlier, and he was saying many things about it. Да, например, у нас был посетитель не так давно, который высказал очень много своих мыслей насчет этой работы. И они были очень индивидуальны. And things that I did not think about. И он говорил такие вещи, которые даже я сам не думал. So I enjoy other people's ideas and not what I think. I find my ideas less interesting. И я всегда приветствую, когда люди говорят о своих мыслях, о своих впечатлениях от моих работ. И я даже рад, если они не пересекаются вот с моими идеями. And that's also his question, your question about why there are no names for them. Если говорить о том, почему нет названий у моих работ. Because then the title leads you, the viewer, somewhere. Very kind of specific sometimes, it limits. Название порой очень ограничивает и привязывает зрителя к определенному книге. And if a title can make a work, can be as important in a work. For me, I like just the whole thing to be, oh, I don't have to know what that is. И это еще большой вопрос, действительно ли так важно называть свои работы. Я на самом деле не считаю. Sort of a collective effect. Да, вот конкретно в моем случае должен складываться какое-то общее впечатление с моих работ. And it's under the title of the entire thing. So there is a title of the flea circus. That's it. Да, я считаю, что совершенно достаточно только название общего и всех работ таким образом. Это хорошо, потому что когда же нужна, да, на название, то главное было дополнять, создавать. Yeah, that's good because you can be also a creator of the work. You can add something of your own thoughts and ideas. Mm-hmm. And people do with all artists, and even with titles. Так всегда люди поступают, даже если у работ есть название. Like abstract paintings. Например, абстрактные какие-то произведения.
where maybe the other side is, again, political art, where they want some meaning. But still, people always bring their own meaning in anyway. I try to just get more freedom. Да, ну, конечно, если речь не идет о политическом искусстве, где, может быть, понадобится название, и где нужно вести какую-то конкретику, но я хочу дать своим зрителям полную свободу. Спасибо, Бен. Ah, great. Thank you. You're welcome. Thank you very much. Thank you. Thank you. Then people want it more. They say, well, all right, I take another one with my mom. 500. Your friend asks about this line of scarf. Yeah. What does it mean? What is it? Well, this is about the one that's different. Это о неком исключении из правил. Вот видите, это значит? То есть она появляется неожиданно. Если смотрите вот так вот. Да. И неожиданно это женщина. Да, я поэтому и спросил. Да. Варит она. Стимулы. Это вы должны сделать интерпретацию. Sort of like... we could say a male is farting and a woman is exasperated. Also, men in class art is dominated by males. Yeah. In art general, but in classical art especially. He knows each one of these has a man that's the on the back. No, that one's torn. They see right here? That's the close-up, right? So I flip them around. The other side. And I found these. This was not in the same magazine as, but it's sort of looks like. Just a little joke, I guess, but it goes with the theme of women. Like, well, woman power, a little feminism. As I said before, I find women more interesting. Yeah, I have some more things that are not maybe it's just a name. It's like it's a flea market, but they don't put the tag on everything. Yeah. So this flea market, yes, we have a tag. I love this one. Ooh. $400. See, actually, when you do price your art, you do not want to undervalue it, like anything. You don't want to overvalue it. Also makes you look like an ego maniac. $1,000. Maybe if you're famous, $5,000. I really like this. $350. You could probably get $300 out of me, but like. I say, buy something else too. You want this for $300, buy another thing for what I want. What can I get for free? What can I get for free? Free? Yeah, for me. At least, okay, I will take that. There you thanks. Go. I'll give the blue ones. It's for me. For $5. Okay. I give you a big one. There you go. Oh, thank you. Free. So much. Я себе сделаю заколку на рубашку и костюм. Oh, good. Yeah, because like, it's very malleable. Yeah. And I'll, for this young lady here, I'll give you a green because you've been here the longest of anybody. I have it already. That's a green one. I don't know why I lose. Буду ходить на работу с этой штукой. Might ask for that back. Yeah, this is fun, starting pricing and stuff. This! Ooh! Wow! I gotta think about that. Oh! Wait till you see when this is done, because this is not finished. This will go like this. And then?
это еще не доделала. And here have wired color, yellow, blue, red wires to come. Давай. To be hanging like Он будет подвешен на какие-то там разноцветные нитки. Or this hi. Yes. He's waving. Look. Hi. Hello. Quadrocopter. But right now, because Katya saved the baby from hiding out in the back. I had it back there. I thought. No, no. Can you stand in the middle? Because your world is second. Okay, here. Okay. Давайте начинаем, да? Pass. I will say go and you will say bus. Bus? Yeah. Встаньте чуть поплотнее. Во, вот так вот. Ждем. Бас. На Пушкинской. 10. Каждую субботу. Каждую субботу ждем. Спасибо. America? No, Singura Kosa. Sombre Hina was on. Hina! Hombre, cota hombre, hace el patrón por el mamá.